заехал в гости к своим друзьям. Марии. Сейчас вы увидите, что это за девчонка. Поздал, как обычно. Hello. О, батя, здорово. Привет, проходи. О, приветик, а ты уже доехал? А я готовлю. А я фруктов привез. Ой, спасибо. Мы на кухне пол стелим, но ты проходи. Так давайте я вам помогу. Да не надо, ты чего, ты же наш гость. Прошу прощения за беспорядок, здесь немножечко пыльно. Мне нравится у вас, достаточно уютно, чистенько. Да ты чего, здесь очень грязно. А я думала, ты не приедешь сегодня. А я как-то соскучился и решил приехать. Агнес, голубушка, поехали сегодня в обезьяний лес. Да, конечно, но сначала нам нужно пообедать. Я пошла на кухню, а ты, пожалуйста, здесь посиди. Я пойду руки помою и буду тебя ждать. У нас так грязно, прости, пожалуйста. It's okay. У них хотя бы есть туалет, крыша над головой и нет дырок. Это уже благодать. А что это вы тут делаете? Мы подметаем, а потом будем пол стелить. Знаешь, что такое линолеум? Да-да. А как я вам могу помочь? Да, все хорошо. Ты же наш гость. Ты же здесь не будешь жить. Это наша забота. Присаживайся в прихожей, я пойду приготовлю обед. Посиди в прихожей несколько минут, пожалуйста. Но ты же сама меня на кухню позвала. Да нет же, я говорила, тут сиди. Ну ладно, прости. Мне просто очень интересно, как у вас там пол стелят. Какой же этот дом кайфовый. Какие-то лампочки, декорации. Очень красиво. Вообще умница они. А мы здесь прибираемся, очень пыльно. Посмотрите, у них тоже в холодосе не еда, а это обычная полка. Здесь прям как-то все очень с душой. Ничего страшного, если я сначала душ приму, а потом мы пойдем кушать. Ты пойдешь в душ? Да, конечно, иди. Давай. Окей. У тебя все хорошо? Да у меня все чудесно. Говорят, что ты на улицу вышел, сиди дома, отдыхай. Святые люди. Меня встречает королевский обед. А ты поедешь с нами в обезьяний лес? Я правда хочу, но я сегодня занята. Надеюсь, в следующий раз у меня получится. Да, мы тоже будем надеяться. Печеночка куриная. Я вообще понятия не имею, что это. Как будто это какой-то жир в яйцах. Что это такое? Говядина? Да. А это реально овощи с рыбой? Да. Странное сочетание. Просто попробуй. Вообще, это мой фирменный рецепт. Это водоросли, овощи и рыба. Ну что, тебе понравилось? Да, это вкусно, но очень странная комбинация. Да почему? Мне особенно печень понравилась куриная. Я вот беру бульончик. Чё, пацаны, выгоняют вас, да? Как хорошо быть человеком. Не выгоняют. Приятного всем аппетита. Кушайте вкусно. И во благо себе. Мамуля, хотите орешков? Грецких орешков. О, благодарю тебя. А кто старше? Ты или твоя сестра? Я постарше. О, мне так жаль, что мы не можем все вместе поехать в обезьяний лес. Мне нужно сегодня работать. Но в следующий раз обязательно поедем. Возвращайтесь, пока не стемнеет. Хорошо, мы постараемся. Бай. На самом деле, если мы хотим посмотреть закат, то мы не успеем вернуться по свету. Но я думаю, они это несерьезно сказали. Мы приехали в церковь. Вообще, мы ехали смотреть на обезьянок. Но я как-то так удачно тормознул, что церковь появилась. А церковь мы что, правильно любим, уважаем, почитаем, поэтому зайдем. Здесь люди на исповедь ходят. Исповедь? Чё? Ну, когда человек приходит и отмаливает свои грехи, кается. Ты такая милашка. Thank you. Very beautiful windows.
Всех приветствую в этой прекрасной церкви, в глубинке острова Бахол. А в моей семье не было обязательно ходить по воскресеньям в церковь. Моя мама никогда меня не заставляла. Поэтому респект моей маме. Очень ее люблю. А сейчас хожу по таким местам с великим кайфом. Ого, тебя что, не заставляли ходить в церковь? И никогда не подавляли твою волю? Вау, какие у тебя умные родители. Да, родителей своих правда люблю. Респект им. Да, я с тобой согласна. Атмосфера здесь и правда хорошая. Где бы ты ни был, можно поблагодарить Бога. Да, я согласна. И все люди молятся одному Богу. Да, так и есть. Разные люди, разные религии, но смысл один и тот же. Кажется, дождик намечается. Очень какие-то неприятные ситуации происходят. Дождь начался. День добрый, а в этот дождливый денечек смогу ли я увидеть обезьяну в лесу? Или дождь все испортил? Молодой человек, мне вообще плевать, что вы там увидите. Билет покупай. Ну реально, мне кажется, если мы сейчас пойдем в лес, то обезьян там не будет. Ливень же. Ну давай проверим мою гипотезу. Да ладно тебе, сейчас кого-то встретим. Ну да, например, толпа людей. О, посмотрите, обезьяна, обезьяна. Обезьяна? Где? Да-да, вон там, вон там. Ну-ка, покажите. Да какая это обезьяна? Это кремлин какой-то. Офигеть, смотри, что нашел. $4, футболка. Мы решили купить футболочки. А тебе кокос холодный или теплый? Конечно же, теплый кокос. Хорошо. Я not cold, please. У нас одинаковые футболочки. Can you show t-shirt? We're the same t-shirt. Прибываем в прекраснейшем настроении, закупили сувенирчики и отправляемся на пляж. Смотрите, какие червяки. Exotic food. А ты бы хотела попробовать? Ой, я даже не знаю. Если я куплю, червячка закинешь? Тебе же нравятся утиные яйца с эмбрионом. Да, нравится. Да это же одно и то же. Да это вообще не одно и то же. Это какая-то тайская еда уже. Может, ты хочешь попробовать? По дороге на пляж мы встретили лес. Man-made forest. Очень туристическое место. Здесь всегда стоят люди прямо на дороге и фоткаются. Сумасшедшие. А если честно, вид и правда хорош. А мы прибыли встречать закат на пляж Луай. Луай? We're going to Luai Beach. Here in Luai. Let's go. Let's go. Катышка. А как так? Как же такое могло случиться? Это же белая футболка. Поэтому я свою и приберег до дома. А пляж-то красивый. Hello, doggy. Чего говоришь? Писать хочу. Писать? Я-я. I just wanna pee. You're so cute. Hey. Как я люблю ее эмоции. Oh, yeah. Excuse me! Майон бунтанг, майон габи! А where is toilet? Майон хапун! Мужик, где туалет? Вам нужен туалет? Да, мужик. Есть у нас один туалет, а воду мы достаем из реки. Она у нас лимитная, но сейчас, кстати, она у нас присутствует. А так мы ходим, ведрами ее черпаем, туда-сюда, туда-сюда. А знаете все почему? А потому что у нас нет водопровода. Дедуль, истории у тебя отменные. А где туалет-то? А, туалет вон там. Давай подержу. Беги. Ой, спасибо. Главное добежать. А почему ты босиком? А мне так больше нравится. А ты чего делаешь? Зачем? Да мне тоже так больше нравится. Да ты же можешь простудиться. А вдруг ты простудишься? Надень обратно. Я, пообщавшись с филиппинцами, заметил, что вы очень часто используете вопрос «Зачем?». Почему вы так часто его используете? Не знаю, как-то интересно, я любознательная. Пойдем ножки помочим. Да, погнали. Ты сказала, что когда плачешь, приходишь на пляж? Да, когда кто-то разбивает мое сердце. А как часто тебе сердца разбивают? Прошлый раз, в прошлом году было. А я наоборот, я больше джунгли, леса люблю. На пляже мне как-то пусто. Ты знаешь, что такое морские ракушки? Не, здесь их очень много. А, шейл, и устрицы. Yeah. Устрицы.
Устрицы. What's that? Шейл. Устрицы. Устрицы. Наверное, я никогда не слышала до этого это слово. По-русски, устрицы. Это на русском языке. А, ну я, в принципе, согласилась. Ты выглядишь, как эта обезьянка из леса. Не называй меня так. Это очень плохо. Почему? Они же милые. Нет, они плохие. Для нас эти обезьянки плохие. Реально? Да, я тебе серьезно говорю, это неприлично так называть. Не называй меня так больше. Ну реально есть что-то похожее, ну посмотрите. На футболке на ее мордашке. У меня штаны промокли. А почему ты их не подвернула-то? Да, это нормально, они высохнут. Здорово, работяги! Чё вы там хлещете? Кокосовый винчик. Это бухлишка? Да. Да у тебя ж целое ведро. Да. Good. И сколько ты литров в день выпиваешь? Литруху выпиваю. Каждый день? Да. Да ты супергерой. Да он шутит, он не пьет каждый день. Мне кажется, он каждый день выпивает. Да он шутит. Really? Yeah, but... How it happened? You wanna see that? Несу малышку через водоем. Благодарю, меня еще никто на руках не носил. Обращайся. Ты сумасшедший. Будь осторожней, здесь медузы. Медузы? Да, они очень больно кусаются. Тогда тебе нужно надеть шлепки. Надевай. А как же ты? А за меня не переживай. Они такие огромные. Медузы никогда не кусают русских. Почему? It's a secret. Но медузы же не могут отличить, кто русский, а кто нет. Медузы никогда не кусают русских, я серьезно. У нас в ДНК прописано иммунитет на медуз. Да ты же просто шутишь. Смеешься надо мной. Ну конечно, я шучу. Кстати, а куда мы идем? А я не знаю. Просто любуемся видом. Майон Габи. Будь осторожен, это какой-то морской черт. Ой-ой-ой. Поэтому и нужно надевать шлепки, а то если эта штука укусит, нога вздуется. Прям как шарик воздушный будет. Hello, Майон Габи. Посмотрите, какие ракушки насобирала. Я как раз про них и рассказывала. И вы их кушаете? Да. Да, они кушают. А вы умничка, бабуль. А сколько времени потребовалось, чтобы собрать? Ей потребовалось где-то 2 или 3 часа. Правильно говорю? Все правильно, внучка. 3 часа тут крючилась. Окей, бай-бай. А перед тем, как совсем стемнеет, я предложил Агнес сделать несколько красивых фоточек. Кто попал под дождь? Я попал под дождь. С кем попал под дождь? С красоткой попал под дождь. Поэтому не так обидно. Заехали в какую-то столовую взять готовую еду, потому что самому готовить уже не получится, другие магазы закрыты. Ну и ладно. Я вообще все сейчас съем. Ты знаешь, что это? Это традиционное филиппинское блюдо, очень вкусное. А какое там мясо? Куриное? Это хрюшка. А это? А это тоже свинина. Да и вообще здесь все свинина. Дамочка, прошу заметить, вот это говядина, и вот это говядина, а вот это свинина. Ой, простите. Давай возьмем все, но по чуть-чуть, и все продегустируем. Выглядит очень аппетитно. Майон Габи. Вау! Да у вас же здесь новый пол! Какая красота! То есть мы развлекались целый день, а вы здесь работали. Извините, в следующий раз приглашу другую сестренку на приключение. Теперь я могу спать прямо здесь и не занимать вашу комнату. Строители, отпишите в комменты, как эта штука называется. Красивая пати. Сейчас я вам все красиво разложу и приступим к пиру. Ой, такое горячее. Это очень вкусно. Hello. Мяу, 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 мяу.
Дамочки, я вам привез имбирный чаечек. Давайте дегустировать. Имбирный чай? Это мой любимый. Найс. Мне кажется, ты такой сонный. I'm очень tired. It is this bakuha here in the Philippines. That is our traditional meat. Yeah, traditional meat. And this one is. О, а это свинина, да? Я сначала думала, что это свинина, но потом нам объяснили, что это кожа, кожа говядины. She said no, it's not. Someone said no, it's not a pig. Какая-то кожа какого-то животного. Мадали, нама. Good. Много вкусных специй. Как будто такая желешка вываренная. Вкусно. Следующая у нас тоже какая-то коровятина. Очень мягкое мясо. Прям томленная говядина в каком-то обалденском соусе. Третье блюдо на сегодня — свинина в каком-то черном соусе. С каким-то зеленым перцем, немного кисло из-за этого. Пробовали табаско зеленый? Вот с таким перцем халапеньо. Вот такая же тут тема. Мне говорили, что на Филиппинах плохая еда. Не знаю, ребят, я вот что не ем, то прям радость. Так как я твой тургид, нам нужно поехать в следующий раз вместе в путешествие. Мне кажется, они запалили, кто мне больше нравится. Адам, you are cool. Знаете, девушки, я так рад. А знаете, почему я рад? Потому что меня окружают такие красотки. И только я обезьянка, да? Я устала, хочу спать. Деликатесы? Я это записал. You're joking. Угощайся. Yeah. Thank you. Very deep. It's spicy. What? I know spicy. Yeah, that's what. Они шахарку нормально там разбодяжили. Джан, ты прям на ухо мне орешь. Она такая шумная. Да, я такая. Очень вкусно, но очень сладко. А ты смеешься, потому что я забавно пью чай? А чего особенного? Я просто пью чай. Девушки, мне надо признаться, после того, как я употребляю сахар, я раздеваюсь и начинаю бегать голым по лесу. Извините. О, и это поэтому ты избегаешь употребления сахара? Да. О божечки, какой же ты странный. Чего он сказал? Что он раздевается, когда пьет сахарные напитки? Это нормально у нас на Филиппинах, если ты мальчик. Да он не это имел в виду. А что он тогда имел в виду? Он сказал прям голый, с голой писькой бегать по лесу. Не-не-не, так нельзя, если только футболку снять, это нормально. А чего вы так вообще эту тему раздули? Я же просто пошутил. Ну ты сказал голышом, вот мы как-то и возбудились и начали рассуждать на эту тему. То есть ты реально думаешь, что у меня есть какие-то психические проблемы с сахаром? Оказывается, он просто шутил, понятно. Конечно, футболочка у меня вообще зачетная. Я вот не употреблял сахар порядка нескольких месяцев, и сейчас выпил чай с сахаром. Меня так крючит. Не употребляйте сахар. Будьте в ладу со своей головой. Ты чего делаешь? Может, тебе пойти поспать? Да это я чая вашего сладкого напился. Добрейшего утречка, друзья мои. Я спал в этой прекрасной комнате сегодня. Смотрите, какой здесь прекрасный аппарат. Он работает. Вентилятор меня остужал. Это все крепится на вешалку. Крыша из картона. Хорошая кровать, которая мне мала. Я вот спал, знаете, вот так вот. Вот ноги сюда клал. Сумочка Louis Vuitton. Здесь у нас можно азбуку подучить.
Нам уже завтрак приготовили. Яичница, рисок и чаёчек будем пить. Зеркало, чтобы прихорошиться. Эй, йоу. На улице идет дождина. Походу, сегодня я буду оставаться здесь. Намокшие курицы. Сегодня мы завтракаем с другой малышкой. Одна не голодна. У нас сейчас сезон дождей на Филиппинах. Учебные заведения отменяют занятия, потому что опасно. Ну да, логично. Вы ведь в основном ездите на мопедах, поэтому риск возрастает, да. А почему твоя сестра всегда готовит, а ты убираешься? Как вы выбираете? У нас есть расписание. Она готовит, а я убираю. Потому что ты не любишь готовить? Не, я люблю готовить. Ну а почему же все же ты убираешься? Потому что это не очень хорошо для моей сестры убираться. А почему? Потому что это очень тяжело для моей сестры. А ты сильнее своей сестры? Ну конечно, я же старшая. Ну ладно тебе, ты такая же пушинка, как и твоя сестра. Ну да, я такая, очень маленькая малышка. Но тяжелые задачи по дому мне даются легко, потому что я старшая. А ты чего, простудилась что ли? Немножко. Но это не из-за погоды. Это такое женское. Я тут монтажу. Девчонки уходят. Bye-bye. You have very cute uniform. Окей. Милашки пошли на учебу, у них то отменили, то потом снова возобновили. Они, медсестры, учатся, хотят переехать в Канаду. Такие вот умнички. И сказали, не стесняйся, находи здесь сколько угодно, монтаж, вообще, чувствуй себя как дома. А я стесняюсь пипец, потому что здесь уже второй день. Ладно, думаю, все хорошо будет. Мне кажется, ребятушки, Агнес меня втюрилась. А как думаете вы? Напишите, пожалуйста, комментарий. И, кстати, подписывайся на телеграм-канал, там анонсы стримов, общение, да и просто хорошее место. Увидимся.